Максима Галкина допросили сотрудники полиции в Израиле, передает Стархит. По данным источника, телеведущий побывал в отделении для дачи показаний. Утверждается, что во время отдыха в Израиле Максим проводил время на пляже, где по неизвестным причинам утонул его знакомый. Предполагается, что именно Галкин мог последним видеть погибшего мужчину. После допроса артиста правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося. По словам очевидцев, в Израиле Галкин практически каждый день катается на велосипеде, а также регулярно прогуливается вместе с супругой и детьми рядом с домом, в котором они сейчас проживают. Накануне Алла Пугачева вышла на связь на фоне слухов об инфаркте. В сети распространился видеоролик, на котором Примадонна, ее семья и друзья сидят за столом, празднуя вербное воскресенье. Перед этим Илья Резник заявлял в одном из интервью, что Пугачева проходила плановое лечение. Композитор уверял, что Алла Борисовна имеет много недугов, хоть и не сообщает о них публично.